демонстрации детей. Это началось не с того момента, когда милиция побила детей, студентов. Это даже началось намного раньше, когда нас не слушали. Это началось с развала Союза. Почему? Потому что при Советском Союзе была система, в которой партийные органы занимались политикой и идеологией. А мэры, председатели исполкома, они были хозяйственниками. Они занимались хозяйством своего села, поселка, города. Министры страны. Что произошло после развала? Это все объединилось в одно. Один человек стал и политикой заниматься, и хозяйством. К сожалению, через более чем 20 лет мы пришли к тому, что политикой стало заниматься интересно, чем своими хозяйственными и прямыми обязанностями. Обязанностями того, на что громада, каждая территориальная громада избрала и дала полномочия, полномочия для того, чтобы каждый мэр их выполнял. Что делать дальше? Сложилось так, как сложилось. Маємо те, що маємо. Для того, чтобы громада, народ Украины, мог контролировать власть, мог влиять властью, он должен, как положено по Конституции, стать властником собственности своей державы. Каждый из нас сидящий, вот если у нас 45 миллионов, должен иметь юридический документ на 1,45-миллионную земли, воды, воздуха, леса, недр, морей, рек, озер. Все, что есть у нас. Это не произошло. И не происходит. Поэтому и можно было так в легкую забирать предприятия, фабрики, разрушить колхозы, забирать недра, потому что... Та ні, там державні. Які вони державні? Деякі документи? Та от кодекс. Ну, от опять же, незнання. Незнання законодательства, незнання нічого. У нас, я вам должен сказати, коли ми столкнулись з проблемами, от цими вийшли по сланцевому газу, і коли ми год назад почали цю боротьбу, у нас прекрасний закон, у нас хороша законодательна база. Да, є некоторые там між кодексами якісь противоречия, там все, но у нас... Основной закон, Конституция, это главенствующее. Там прописано все. Там 13-я статья, в которой вы говорите о том, что леса, недра, да, все принадлежит народу. Это есть, никто не выполняет. После Конституции у нас идут законы. После законов акты. Потом указы. И если не соответствие указа или кодекса идет, то тогда уже вступает в действие закона. Все правильно.